Сегодня открывается форум «Минский диалог». Белорусская столица станет площадкой для международной дискуссии по вопросам безопасности, как политической, так и экономической. В форуме примут участие порядка 350 ведущих аналитиков и политиков из 40 стран. В списке партнеров исследовательские центры США и Германии, широко представлены эксперты из России и Китая. На повестке региональные вопросы безопасности в контексте глобальных процессов. Лейтмотив – инициатива президента Беларуси «Хельсинки-2». Минский форум призван положить начало ежегодному открытому и масштабному диалогу между ведущими экспертами из Восточной Европы, Европейского Союза, России, США и Китая. Финал конкурса WorldSkills Беларусь проходит в Минске. Более 300 участников соревнуются за звание лучшего в 37 профессиях. Это повара, агрономы, учителя, программисты и косметологи. Сегодня на конкурсную площадку приехал премьер-министр Андрей Кобяков. Он лично пообщался с участниками и познакомился с заданиями для финалистов. Диего Марадона планирует принять самое активное участие в жизни брестского «Динамо», чтобы клуб уже в ближайшее время вышел на новый уровень конкуренции. Об этом легендарный аргентинец заявил на пресс-конференции в Абу-Даби, где его официально представили в качестве нового председателя правления белорусского клуба. Напомним, о подписании трехлетнего контракта с чемпионом мира объявили неделю назад. Марадона отметил, что он впервые будет работать на этой должности. В числе задач – вопросы стратегического развития клуба, взаимодействия со всеми структурными подразделениями, в том числе детской академии «Динамо».